Последние новости «Дома-2» за неделю вперед. Новенькая участница телестройки Татьяна Кузнецова уверена в том, что у нее есть шанс найти свою любовь на «Доме-2». Ксения Бородина просит совет у своих многочисленных поклонников о том, на каких курортах можно хорошо отдохнуть с детьми. Марина и Татьяна Владимировна вернулись в периметр. Небольшая фотоподборка с вечеринки в честь дня рождения Ольги Рапунцель. Что не делается, все к лучшему. Сегодня мой день рождения. Дима привез меня на камни любви. Я в надежде, что он мне сделает предложение руки и сердца, как и обещал. Но он снова соскочил, как обычно. Мне обидно, обещал ведь. Он подарил кольцо в качестве подарка. Я ждала большего, и я для себя сделала определенные выводы. У нас разные взгляды на жизнь. Я не вижу с ним перспектив. Он такой мутный. Да сколько ж можно издеваться? Мой день начался, как эти тучи над моей головой. Бывшая участница «Дома-2» Лиза Шароха наслаждается жизнью за стенами телепроекта. Николай Должанский рад возвращению в периметр Тимура Гарафутдинова, который продюсирует его видеоклип на песню «Варкин рот». Фотозагадка от бывшей участницы телестройки Анны Беляевой. Угадайте, чья это мама?